Итак, начнем, да? Мы развиваем интернет-систему под названием DataAir Group. Как мы работаем в интернете, что мы делаем? Расскажу немножко о себе. Раньше я работала в Сбербанке. Мне вроде как бы нравилось, я так думала. Но потом что-то стало надоедать. И когда я ушла в эксперт, получилось так, что я нашла да, себе дополнительную работу вот через интернет, как бы, да, с командой вместе работать. И так и осталась здесь. Сравнила доходы. Сравнила перспективы, и мне здесь как бы больше понравилось. Классное общение с людьми, заработок, путешествия, да, ну, то есть о чем можно мечтать, все здесь как бы есть, в нашей системе. Поэтому я ушла из Сбербанка, и теперь вот здесь с вами, да, с командой работаем. Давайте поговорим о том, что же может измениться, если вы присоединитесь в нашей работе, в нашей интернет-системе, что же поменяется в вашей жизни. Давайте уже представим, что ваши доходы выросли, например, ну, в 2 или 3 раза по сравнению с тем, что вы сейчас зарабатываете. И давайте помечтаем, куда мы эти деньги потратим, куда бы вы потратили свой дополнительный доход. Ну, например, мне да, нужно построить дом, в конце концов, чтобы уже было свое личное жилье, и при том, дом хочется все-таки по своему проекту, да, по своему комнате, и как мне хочется, а не так, как все продают, да, обычные дома. Ну, то есть уже как бы есть мечта, я, наверное, свои дополнительные деньги бы потратила туда. Многие, я думаю, погасили бы ипотеку или там, да, всякие кредиты, машины бы купили. Ну, я думаю, что есть куда деньги потратить. Как же мы нужно нам осуществить свои желания и мечты, чтобы заработать деньги. Ведь это не все так легко и просто, как многие думают. Давайте разберем о том, к чему же мы все-таки идем в нашем мире, да, вот сейчас такое у нас общество. Без интернета мы не можем жить. Наталья пишет, загасить кредитную карту. Да, кстати, многие сейчас эти кредитные карты понабрали. Им пообещали, то, что вот здорово, купите что-нибудь, да, и будете счастливы. А потом нужно постоянно гасить эти карты, и проценты растут. В общем, все понятно, да, с нашей политикой, с нашими доходами. Но давайте я вам все-таки расскажу, чем мы занимаемся, к чему мы идем. Сейчас, да, весь мир, практически все в интернете. В интернете можно узнать любые новости, что творится в мире, погоду, да, что там у ваших друзей через соцсети. Не нужно никуда идти, не нужно что-то там узнавать, все есть в сети интернет. Можем оплатить разные услуги, да, авиабилеты, например, какие-то госпошлины, также пользуемся Сбербанк онлайн, да, оплачиваем какие-то услуги. Достаточно все очень удобно, все под рукой. А вот еще придумали работу через интернет, это вообще здорово. Я думаю, что через лет так, 5, это будет вообще, я думаю, что все будут работать в интернете. Это все началось где-то, наверное, 5 лет назад, когда не сильно было это развито. Но сейчас все больше и больше эта отрасль развивается, все приходит работать через интернет, и многие довольны. Те, кто умеет, кто научился, они довольны и хорошо зарабатывают. Те, кто не научился или просто лентяй, всегда ничего не делал, уходит отсюда и просто работает на дядю где-то в другом месте, продолжает свою жизнь, да, просто серо обычно, как многие из нас. Вот. Но мы же не хотим так жить, мы хотим жить красиво, ведь мы живем все-таки один раз в жизни. Началось с того, да, что через интернет мы все делаем, да, и общаемся с друзьями, оплачиваем всякие услуги. Вот наша работа в интернете, PR Group, это бизнес-модель, созданная командой предпринимателей, зарабатывающих в интернет. Сейчас я вам расскажу, что же это такое. Вообще, молодцы, что такое придумали, улучшили жизнь многих людей благодаря этой системе. По этой системе можно работать, если думать головой и нужно учиться, обучаться. Что же нужно для работы? Конечно же, нужен стабильный интернет, ноутбук или планшет. Я думаю, что телефоны не подойдут, кстати, айфоны. Ну, как бы я сама с этим мало работаю с телефонами, и обучать человека другого тяжеловато. То есть это будет
будете очень долго, лучше, конечно, через ноутбук или планшет. Обязательно для работы нужен скайп, потому что скайп – это необходимая вещь для нашей работы. Без него мы тоже не сможем работать. Скайп установить несложно, это бесплатно. То есть по скайпу мы общаемся бесплатно, да, с разными городами, между собой, с командой нашей. То есть без скайпа, естественно, работы не получится. Что еще нужно? Это желание обучаться. Если оно у вас есть, если вы любите учиться и быстро найдете время на это, да, и будете с нами посещать наше обучение, вы быстро научитесь, и у вас пойдет процесс работы. Естественно, у вас желание больше будет зарабатывать, потому что вы будете здесь в команде, вас никто не бросит. Вот. И еще нужно желание зарабатывать. Если у вас его нет, многие есть такие люди, они вроде хотят, и не хотят. Ну, как всегда, плывут по течению, чего-то ждут, непонятно откуда, да, там, каких-то денег, я не знаю, улучшения какой-то ситуации в стране, да, но этого уж не будет, потому что мы как жили и живем, и тут постоянно одно и то же. Все зависит только от нас самих. Если мы хотим, мы заработаем. Если нет, то естественно, нет. Давайте разберем все-таки, что мы делаем. В принципе, ничего сложного нет. Нужно просто несколько раз послушать информацию, даже, возможно, записать, да, где-то на блокноте, на тетрадке, и разобрать ее. Мы-то уже понимаем, о чем мы говорим, а вот маленьким как-то тяжеловато воспринимать эту информацию. Ну вот, например, да, что мы делаем через интернет, вот мы работаем в интернете. Мы создаем поток покупателей на наш сайт нашего партнера, производителя. Таким образом создаем товарооборот. Давайте разберем эту фразу, как это создаем поток покупателей. Но через интернет есть максимум возможностей работать, да, то есть очень много людей сидят в интернете. Я даже не смогу, да, сказать, сколько. Ну, все города, все страны, представляете сами, да? Вот нужно просто искать этих людей и направлять на наш сайт нашего партнера, чтобы они что-то там купили для себя, ну, например, за 1000 рублей. Если мы возьмем по формуле, посчитаем, 1000 человек найдем, это не так уж много найти в сети интернет. Но это просто примерно, да, не то, что мы вам говорим, именно брать 1000 человек. Как бы, да, по формуле считаем так. А вот 1000 человек умножаем на 1000 рублей. То есть товарооборот вообще составляет у нас 1 000 000 рублей. Тогда мы делаем для нашего сайта, нашего партнера. Вот. Компания нам дает процент. То есть мы все получаем процент от всего товарооборота, от всех покупок, привлеченных с нами клиентов. Если нам платят 5% товарооборота 1 миллион рублей, то мы получаем 50 тысяч рублей. Я думаю, что это нормальная, да, как бы сумма 50 тысяч. Ну, конечно, вы можете и больше сделать, можете и меньше. Все зависит именно от вас. Но компания платит постоянно, каждые 3 недели. На самом деле все это есть. Что же для нас? Какие привилегии? То, что вот мы даем поток покупателей. Что еще? Да? Мы получаем скидки и бонусы на личные покупки. То есть не просто мы создаем поток покупателей, мы еще сами можем что-то приобретать с этого сайта для себя, для нашей семьи, да, и нам компания дает скидочку 20%. Я думаю, что это хорошая скидка, не в любом магазине она есть. Тем более очень удобно заказать, да, через интернет, посмотреть, удобно получить посылку, как бы, вот. Но если вы еще делаете побольше заказов для себя, многие же не просто там на 1000 покупают, а мы просто идем в магазин, да, и закупаемся на больше, чем 1000 рублей, потому что каждый день, да, что-то заканчивается, что-то нужно, сейчас лето, я думаю, что многие делают покупки на по более сумму, да, и получается, что компания нам говорит, я вам заплачу 32%, если вы купите побольше. Скидка «Премьер клуба» это называется, 32%. Я думаю, что это неплохая сумма. А вот если вы дорастете на уровень 22%, я вам попозже объясню, что это означает, то скидка получается 52%. Что дальше происходит? Как мы
вырастем на уровень 22%, то есть у нас есть разные уровни, 3%, 6%, 9%, да, то есть нужно вам рассказать попозже, объяснить, что это такое. Вот есть уровень 22, и когда мы на него выходим, нам еще дают премию от $1000 и выше, по нашему курсу доллара. Я думаю, что это здорово. Мы стремимся к этому. Вот я думаю, что уже вот девчонки, да, которые вышли на этот уровень, вот поехали на банкет, где им будут вручать $1000 от нашего сайта, от нашей компании. То есть это все серьезно, на самом деле все сплачивают торжественно. Они молодцы. Но я думаю, что мы тоже будем молодцы. И стремимся к этому. Как же мы это делаем? Откуда мы берем людей? Мы создаем поток людей из соцсетей, доступ объявлений, форумов различных, знакомых и так далее, да? Сейчас множество соцсетей, Одноклассники, Facebook, ВКонтакте и так далее. Я многих еще, наверное, не знаю. Сейчас, да, очень много, как развелось Instagram, например. Доступ объявлений тоже очень много. Авито, например, да? Очень множество людей ищет работу, форумы различных мам и так далее. Ведь люди между собой все общаются, знакомятся, поэтому у нас есть где брать людей. Главное, им все правильно рассказать и объяснить. Никто не отменял звать сюда знакомых. Это, наоборот, очень перспективный, как бы, да, вариант звать знакомых, потому что это будет уже надежная ваша команда, которая вас не подведет. Что дальше делаем? Мы строим клиентскую базу, когда у вас уже люди, да, в команде, и консультируем их по продукции, показываем им при работе с онлайн-магазином, то есть как бы, да, наводим, что там помогаем, рассказываем, ведем до конца. Потом уже, если человек не просто хочет покупать, да, что-то, если он заинтересовался работой, так же, как и вы, и соглашается тоже посещать обучение и приглашать людей, создавать поток людей, да, и мы его обучаем, приглашаем на наше обучение, даем все инструменты для работы. Естественно, да, обучаем тех, кто желает зарабатывать большие деньги. Ведь есть те, которые молчат и особо инициативу свою, да, не проявляют. Тогда они трогают такие, потому что если бы они хотели, они бы сами к вам обращались за помощью. Хотя, может быть, они еще и стесняются или думают, как бы тут уже такая двоякая ситуация. Да, Алена, спонсор достает тому, кто его достает, на самом деле. После обучения, да, мы направляем человечка на наш сайт, нашего партнера-производителя, где он уже может там оформить заказ, а что-то для себя купить, для своей семьи, потому что товары там очень классные, естественно, для женщины, для мужчины, для детей, для кого хочешь. На любой цвет и вкус, можно так сказать, да. Кого приглашать? Вот я уже немножко рассказала вам, но вот такой слайдик. Мы зовем, да, и соцсети, и откуда хотите, можем приглашать людей. Можете взять свой телефон сотовый и посмотреть, сколько в нем контактов, да, и позвать их. Не только не за один день, естественно, их сразу позвать, потому что у меня была такая ошибка на личном опыте, я позвала всех сразу, вот тех, кого позвала, и они не пришли. А потом, когда уже научилась грамотно приглашать, объяснять свои бизнесы, тогда те уже пришли и со мной, как бы, да, сотрудничать в моей команде. Так что не торопитесь в этом деле, здесь, естественно, нужно обучаться. Кого приглашать? Естественно, делиться на знакомых и незнакомых. Знакомые – это наши друзья, друзья друзей. Многие говорят, мне некого пригласить. Я здесь одна живу, вот ни с кем не общаюсь. Вот не поверю, такого быть не может. Вы же не живете где-то в лесу, да, а один в домике, никого нет. Даже если никого нет, у вас есть интернет. Если вы пришли сюда работать через интернет, значит, у вас есть ноутбук и интернет. Пожалуйста, знакомьтесь в соцсетях, с людьми с разными, да, приглашайте учить. Ничего страшного, что будут отказывать. Вы учитесь, постепенно люди к вам будут приходить. Вот, знакомые еще... Знаете, какие есть? Не просто близкие друзья, есть соседи, да, по дому. Соседи сверху, соседи снизу, кто живет в новых квартирах, домах, да, в районах.
незнакомые, как я сказала, это соцсети и так далее. Даже если вы зайдете кому-то на страничку подружки, смотрите ее друзей, да, например, познакомьтесь, скажите, у нас общая знакомая такая-то, такая-то, можно я к вам обращусь по рабочему вопросу и так далее. То есть, ну, как бы, это уже работает, да, сам текст, как вы будете общаться с вашим кандидатом на работу. Давайте рассмотрим модель построения системы. Очень интересная система. Смотрите, например, чтобы вам было понятно, как это все работает, вот верхушечка, да, это, например, я. Я пригласила человека, подписала под себя, да, и ему говорю, ты пока смотри, обучайся, делай, смотри какой-нибудь товар, может, тебе что-то понравится, да, с нашего сайта партнера-производителя. Вот. А я пока и моя команда будут искать себе новичков, которые захотят присоединиться к нам. Вы говорите, хорошо, пока обучаетесь, смотрите, да, что-то там применяете уже потихонечку на практике. Мы вам находим и подписываем под вас человека. И так далее. То есть, если вы потом уже нашли, вы подписываетесь под последнего. То есть здесь все новенькие подписываются под последнего. Это легко отслеживается, то есть мы создаем специальную Google-таблицу. Кто не знает, обратитесь к спонсору, расскажет, что это такое. То есть это очень легко и быстро можно построить командную ветку. Все эти люди, да, заходят на наш сайт партнера нашего производителя и приобретают товары ежедневного спроса. Это средства гигиены, все люди моются, естественно, товары для красоты, товары для здоровья, аксессуары. Вот многие говорят, что летом плохие продажи. Вот не поверю, потому что наоборот, мне кажется, летом многие стараются, да, выходить на улицу, быть красивыми. Это жаркое солнце, то есть нужно еще себя солнце как-то, да, оберегать и так далее. Детей, и себя, и мужа. Ну, то есть, я думаю, что люди будут покупать продукцию на нашем сайте партнер нашего производителя. Что же дальше? Хочу вам ваше внимание обратить на то, чтобы вы не зацикливались, например, да, на одной командной ветке построить 22%. Таких веточек нужно построить, чем больше, тем лучше. Будет ваша зарплата больше, если будет больше таких веточек. Вот, например, вы, да, у вас ветка своя 22%. Вы еще две построили. Вы становитесь золотым. И вот видите на слайде, то есть премии даются уже от одной ветки 22%, да, это $1000, потом идет полторы тысячи долларов, 2000, 3000 долларов, когда у вас уже три веточки таких. Вот научитесь строить одну, а потом вторую вы самостоятельно построите уже легко. Поэтому здесь нужно учиться. Здесь не нужно рассчитывать, что вам кто-то будет помогать, за вас строить. Да, здесь идет автоматический рост, но если вы сами не научитесь, вы не сможете построить вторую ветку, и ваши доходы не вырастут настолько, насколько вы хотите. Поэтому здесь нужно обязательно учиться. Конечно, ваши доходы на начальном уровне – это процент до 3%, до 22%. То есть на ваших глазах будут расти ваши проценты, тем временем, как ваша веточка базовая будет все больше увеличиваться. Да? Вот. И 5% получается с каждой такой веточки. Выстроили одну, вам компания заплатила 5%. И так далее. Есть вопросы какие-нибудь по этому моменту, построить вот такие вот базовые ветки? Нет, да? Что вам даст наша интернет-система? Здесь бесплатное обучение, то есть мы ни за что не платим. Вебинары, обучающий сайт, командный канал. Что хочу сказать про бесплатное обучение. Оно, кстати, не все бесплатное. Общалась с многими людьми недавно, да, которые практически похоже что-то делают, что и мы, только с другим, да, сайтом-партнером, производителем. И у них обуч...
обучение платное, то есть вебинары стоят 99 рублей каждый год. Так что я думаю, что нам крупно повезло, что у нас все это бесплатно проходит. Еще есть, да, у нас обучающий сайт, тоже абсолютно бесплатный, заходите туда. Главное ваше желание все там найти, посмотреть, записать, если хотите, если вам тяжело через компьютер, записывайте в блокнот и отрабатывайте эти моменты, да, следите, пробуйте, не нужно бояться людей. Отказывают вам, ничего страшного, наоборот, это хорошо. Когда отказывают, потом будет больше у вас людей, которые согласятся к вам прийти в бизнес, когда вы станете профессионалом. Командный канал тоже есть на Ютубе. Алла, я спросила, вроде у нас не было новичков сегодня на нашем вебинаре. Именно по этому вебинару идут вопросы. Можете писать в чате, давайте попробую вам подробнее рассказать какой-то определенный момент. Нет? Нет, да? Все, ладно, извиняюсь. Что еще, да, у нас? У нас готова система быстрого роста. То есть до этого я вам уже рассказала, как у нас строятся базовые ветки. То есть не только вы приглашаете одному будет вам тяжело, нужно обязательно с командой все это делать, тогда у вас будет быстрый рост. И, естественно, самому учиться приглашать. То есть готовая система быстрого роста даст вам ваш личный рост. Система пошаговых действий. Помощь команды, сопровождение команды за результатом. Команда вам должна помогать и вести вас до конца, до результата, которого вы хотите. То есть до 2%. Что это? Это круглосуточный скайп-чат. Если вы включились в работу и начали уже приглашать людей, здесь есть разные чаты, где вы можете задать свой вопрос, например, да, что и как ответить человеку, да, как работать с возражением, которое он вам написал или сказал, то есть вам здесь все помогут. И, естественно, поддержку опытных наставников. Если вас что-то мучает, вы не понимаете, не стесняйтесь, обратитесь к нашим лидерам. Они вам обязательно помогут. Если ваш спонсор не может на какой-то, да, вопрос ответить, обратитесь к нашим наставникам. Например, да, к Сергею Гаглоеву. Я думаю, что он всегда поможет и ответит на все интересующие вопросы. Инструменты для рекрутирования. Естественно, это теория и практика рекрутирования. Вот теорию можно слушать бесконечно. Эти вебинары, как вы говорите, да, выражаете, слушаете. Но вы пока... Когда не начнете применять их на практике, у вас не будет ничего получаться в работе, у вас не будет идти правильное рекрутирование, вы не сможете это делать. Пока вы не научитесь повторять то, что мы здесь сами повторяем, вы не сможете, вам будет тяжело объяснять человеку, да, суть этого бизнеса. Вам будут задавать вопросы, а вы будете отвечать. Да что-то там такое, я сам не понял, да? Естественно, вам не придут люди. Вот поэтому нужно ходить на вебинары каждый раз слушать одно и то же, как вы говорите. Это очень полезно. Мне тоже сначала как бы не очень, да, нравилось, да, ходить на вебинар, но потом каждым разом привыкаешь, становится интереснее, когда ты уже в курсе всех событий, да, и ты сам понимаешь эту систему очень легко, и уже можешь сам ее рассказать. Тогда здорово, когда уже сам можешь вести вебинар. Поэтому нужно обязательно практиковать, больше говорить. Естественно, для рекрутирования смотрите рекрутирующие видео. Их очень много на канале YouTube. Что еще дает нам наша интернет-система? Это бизнес под ключ. То есть ваш бизнес никто не отнимет. Это ваше. У вас постоянно растущий доход. Да, Сергей, в разделе обучения консультантам. Да, это на нашем обучающем сайте. Именно рекрутирующие видео. Например, если рассматривать линейный бизнес, да, то его могут отнять, закрыть ваш магазин какой-нибудь, да, если вы его открыли. То есть государству понадобится земля, то есть они все что угодно сделают, но ваш бизнес закроет, и вы останетесь ни с чем. Здесь ничего не произойдет такого. Это ваш личный бизнес, да, под ключ. Никто его не отнимет никогда. И у вас будут ваши доходы расти, естественно, вы будете работать. И пассивный доход в перспективе. Я думаю, что об этом нужно задуматься
потому что ваши дети будут ни в чем, да, не будут нуждаться ни в чем. Давайте все-таки раскроем, что нам дает еще компания наша, такие привилегии. Она не просто нам платит зарплату, она еще для нас как бы, да, дала такую автопрограмму. То есть мы можем получать машины. Это Шкоду Рапид, по-моему, Вольво, да, Мерседес, это уже круче там. Но это все есть, на самом деле люди получают. Компания платит автобонусы за эти машины. Вот меня больше привлекает лично, да, это возьми конференции по всему миру 2-3 раз в год за счет компании. Ни одна компания вам не даст бесплатно поехать за границу на, например, да, вот будет конференция на лайнере, на 2 лайнерах, на каждом лайнере по 3000 человек. Вот я думаю, что вы даже представить не сможете это. Вот многим говоришь, рассказываешь, они смотрят и не верят, они не понимают, они просто даже представить не могут. Но мы-то уже видели ролики, мы знаем, что люди уже отдыхали. Мы лично знакомы, да, с этими людьми, которые постоянно отдыхают за границей за счет нашей компании. И мы тоже хотим туда поехать, потому что здесь все реально и все возможно, если много работать. Я думаю, что это здорово, потому что ну, реально никакая компания другая, я думаю, не организовывает такие крутые мероприятия, как наша. Давайте расскажу вам, какую все-таки мы компанию выбрали и почему. Мы выбрали и сотрудничаем с компанией Oriflame Cosmetics. Компания у нас легальная, надежная, стабильная на рынке. Кому рассказываю, да, многих двоякое мнение, то есть смотрите, когда говоришь Oriflame, многих сразу картинка всплывает, да, то, что это каталоги, продажи, люди, да, то есть непонятное такое. Для нас Oriflame – это деньги, это путешествия, это общение с успешными людьми, это красивая жизнь, это красота, это здоровье. Я думаю, что все со мной согласны, да, что вот присутствовать на вебинаре, поставьте плюсики. Я думаю, что у вас такое же мнение о нашей компании, как и у меня такое вот классное. Компания высокого качества. Кто говорит, что невысокого качества, они просто не знают, они вот слышали, да, со школы еще, вот каталоги Oriflame, кто-то ходил, девочки какие-то разносили, все, они больше ничего не знают, и поэтому говорят, что Oriflame некачественный косметик. Они просто не знают, и даже в интернете не искали информацию про все это. У компании Oriflame очень раскрученный бренд. Компания сотрудничает с 62 странами. Представьте себе, что в каждой, да, стране также есть люди, которые работают в компании, которые получают большие деньги, да, у них там есть каталог, например, да, и люди что-то для себя приобретают. Это же не просто где-то в какой-то маленькой стране развивается компания. Нет, это 62 страны, это очень большое количество. В компании есть собственные исследовательские центры. Представьте себе, не каждая компания себе это может позволить. Я знаю многие компании, которые покупают патенты из компании Oriflame, а потом продают их в магазинах. Это тоже есть информация в интернете, просто не каждый об этом знает. Большой товарооборот у нас, да, в нашей компании. Быстрая доставка во все регионы. Мы не думаем, когда там придет через месяц или через 2 посылка. То есть вот наш регион, да, в Астрахань приходит каждые 3 дня. Посылка, поэтому нет проблем, пошел и получил. Причем посылку можно, да, ну, в течение 7 дней забрать, не обязательно сразу, а в течение 7 дней еще можно ее забрать. Акции компании котируются на фондовом рынке. Я думаю, что это тоже такой важный фактор, да, почему мы выбрали эту компанию. Не какая-нибудь такая залетная, конкретная, серьезная компания. Что же нужно делать? Вот вы, например, да, захотели, что же нужно сделать? Либо новичку, да, порекомендовали, и он захотел. Нужно, естественно, пройти регистрацию в компании. Нужно это делать сразу, потому что у нас новички такие люди, такие товарищи, они хотят все быстро, набирают что-то в интернете и быстрее регистрируются, непонятно где, непонятно кому, да, и потом ждут своей терминации, чтобы попасть в них в банк. Поэтому новичка сразу быстренько регистрируем в себе базовую веточку, делаем с ним активационный заказ, что он хочет, да, купить для себя, например. Я думаю, что каждый месяц человеку что-то нужно. Либо шампунь, либо мыло, но что-то все равно нужно.
Рассказываем новичку, как участвовать в акциях для новичков. Сейчас у нас идет стартовая программа, шикарные подарки. То есть каждый может их получить, пройдя 4 шага. Потом могут вступить в премьер-клуб, если у них большой, да, заказ, если они хотели сделать большой заказ. Что еще нужно новичку? Это, естественно, установить скайп. Всегда на первом шаге тоже рекомендуется сразу устанавливать скайп. Дать доступ на обучающий сайт, вместе с новичком пройти по этому сайту, посмотреть, что ему понятно, что ему непонятно. Нужно обязательно этот момент контролировать. А если вы просто дадите доступ, он туда, возможно, так и не зайдет, и не посмотрит, что же там такое интересное. Либо куда-то зайдет, но не туда, куда нужно. Контролировать его обучение. То есть постоянно с новичком посещать вебинары, постоянно контактировать с ним. Изучить вот обучающий сайт, контактировать с командой. И уже приглашать людей в нашу интернет-систему. Стать частью нашей команды. Спасибо за внимание. У меня все. Сейчас Лена будет для вас проводить обучение.